Армения находится в очень трудном положении. С одной стороны, она граничит с Азербайджаном и Турцией. С обеими странами имеется огромное количество проблем. С другой стороны, с Грузией и Ираном, которые также имеют свои геополитические проблемы. Первое – неурегулированность ситуации с территориальной целостностью. Второй – санкции, оторванность от наиболее богатой, сильной и передовой части человеческого сообщества, коллективного Запада. Как передает Ахар Ас, таким мнением поделился армянский политический обозреватель Карен Вартанисян. По его словам, впрочем, благодаря союзу с другим государством-изгоем, России, армяне скоро косвенно почувствуют радость этих санкций на себе, что опять-таки не внушает надежд в плане наполнения госбюджета и усиления армии Армении. Да и помогать России Армении вряд ли сейчас станет. Открывать новый фронт русские не в состоянии. Весь мир, сейчас, во всяком случае, вся Евразия, находится в очень неопределенном, напряженном состоянии. В некоторых регионах идет открытая война, в некоторых же пока идут локальные столкновения. Многие политологи различных взглядов говорят о том, что в эти годы рождается какая-то новая система мироустройства. Она закладывается на десятилетия, и контуры ее сейчас предсказать пока не представляется возможным. Очень серьезно, очень реально и очень близка опасность того, что Армении вообще может не быть в этом регионе, отметил армянский эксперт Карен Вартанисян. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.